Всем привет, с вами Пиксел, и сегодня мы продолжаем играть в такую игру, как Idle Human, где мы создаем своего человека по костям, мышцам, органам, там, глазам всем и всему остальному. Сейчас мы уже создали первые мышцы нашему человеку, и будем продолжать их создавать дальше. Давайте посмотрим, что нам мы можем еще прокачать. Мы, кстати, прокачали уже мышцы ног почти наполовину, они у нас, кстати, уже неплохо выглядят. Давайте их еще немного покачаем. Хотя бы до 2000. И дальше возьмемся за наше сердце, наши почки и нашу кровь. Давайте немного кровь прокачаем. Кстати, сколько нам нужно крови, чтобы открыть мышцы рук? Нам нужно крови аж 2500. Давайте мы ее прокачаем, нашу кровь аж до 2500. Потому что денег у нас уже накопилось достаточно много, и мы можем прокачать намного все дальше. Давайте посмотрим, чтобы еще такого прокачать, наверное, что-то из органов прокачаем. Нашу печень давайте прокачаем до 5000 и откроем, наконец-то, мышцы рук. Наконец-то нам открываются мышцы рук, и теперь у нас наш скелет обретет мышцы рук, и будет у нас и ноги, и руки покрыты мышцами. Давайте мы их прокачаем. Воу, посмотрите, как они четенько вырисовываются. Насколько они большие и проработанные. Кстати, мышцы на пальцах вообще... Их немного, это так выглядит странно, конечно. Но ничего, давайте их прокачаем до 2000. Теперь уже у нас скелетик такой заросший мышцами получился. Давайте мы сейчас, чтобы открыть новые мышцы, прокачаем еще костей. Кстати, давайте вообще докачаем наши кости, потому что уже как бы пора докачивать наш скелет, так сказать, чтобы он у нас покрылся полностью мышцами. Давайте докачаем наши тазовые кости, чтобы у нас таз был полностью прокачан на 5000. Вот у нас он вот так выглядит, полностью прокачанный, красивый, хороший. Давайте прокачаем наши ребра, чтобы они наконец-то закрыли нашу грудину, потому что как-то не очень это выглядит. И теперь, давайте вот так вот. И теперь наши ребра, воу, как же их много прокачивать. Нужно аж 7000, чтобы прокачать ребра. И вот теперь они выглядят вот так, это просто круто. Посмотрите, как они шикарно выглядят. Как они защищают наши все органы. И давайте докачаем наш череп. Кстати, тоже до 3000 хотя бы, чтобы у нас он уже почти закрылся. Давайте даже до конца его докачаем. Теперь все у нас полностью прокачан скелет нашего человека. Остается только прокачать наши органы и пойти намного дальше и прокачать наши мышцы и все остальное. Давайте посмотрим, что по органам можем прокачать. У нас есть кишки, которые нам не очень интересны. Есть сердце, почки. Но давайте все-таки посмотрим, что нам нужно еще для наших мышц. Это кровь нашу докачать до 3000. И что-нибудь, и маленькую кишку нужно докачать. Давайте нашу маленькую кишку докачаем до 3000. Вроде бы до 3 ее нужно было докачать. Или давайте сразу до 3500. И докачаем нашу кровь до 3000. Мы почти вот докачали нашу кровь до 3000. И нам открываются новые мышцы. Давайте их посмотрим. Это мышцы таза. Посмотрите, как они зарастают вот здесь вот. Давайте их глянем получше, чтобы их лучше было видно. Но это круто, посмотрите, как теперь у нас соединяются мышцы ног с мышцами таза. Скоро у нас уже появится пресс. Я думаю, это очень быстро будет. Давайте, нам нужно прокачать наше сердце до 5000, чтобы у нас открылись мышцы следующие. Давайте, нам мы его прокачаем, это максимум нашего сердца. Теперь у нас сердце прокачано на максимум, к сожалению, немножечко не видно, но ничего. Ничего страшного. Дальше прокачаем нашу большую кишку и наши мышцы... таза до 3000. Давайте мышцы таза до 3000 докачаем. Вот мы их уже докачали. Они уже вот так неплохо выглядят. И давайте докачаем нашу толстую кишку аж до 6000. Ну блин, 6000 это достаточно много. Кстати, где она? Вот она. И наверное стоит быть очень дорого. Ну ничего, у нас это будет очень круто выглядеть потом. И нам открываются мышцы нашего кора, так сказать. Это передняя часть нашего тела. Это мышцы груди, мышцы пресса, мышцы спины. Давайте мы их прокачаем. Воу, посмотрите, как оно зарастает. Посмотрите на нашу спину. Теперь это уже полноценный человек почти получается. Воу, посмотрите, как шея у нас появилась. Как у нас все начинает обрастать мышцами. Почти все уже заросло. Выглядит достаточно прикольно. Давайте докачаем еще немного. Давайте вообще докачаем до максимума, чтобы у нас уже был такой полноценный скелет. Ну, блин, выглядит круто, очень круто. И давайте мы сейчас посмотрим, что нам нужно докачать, чтобы открыть нашу голову и покрыть ее мышцами. Потому что в нашей голове также есть мышцы. Для этого нужно нам прокачать немножко еще мышц таза до 4000.
Ну, если всего лишь 1000 одну качнуть, вот, мы их докачали, посмотрите на них. Теперь как оно все круто выглядит, но все равно, как поступают наши вены, артерии, даже сейчас это заметно. И прокачаем нашу кровь до 4000. Наша кровь — это очень важная штука, мы ее не можем прокачать, потому что немножечко не хватило наших клеток, поэтому я сейчас их набью, и мы продолжим. Ну что ж, я уже накликал достаточно много клеток, и мы можем продолжить прокачивать нашего человека. Давайте докачаем ему кровь до максимума. Наконец-то мы ее докачали, и нам открылся наши мышцы на голове. Давайте их тоже прокачаем, посмотрим, как она будет выглядеть. Наша голова уже превращается потихоньку, зарастать мышцами начинает. У нас уже такие появились глазные мышцы, мышцы на черепе появились. Ну, это круто выглядит, очень круто. Давайте посмотрим, что же нам нужно, чтобы открыть нашу кожу. А, для кожи нам нужно открыть аж 100% человека. Поэтому давайте сейчас докачаем наши мышцы до максимума, наверное. И вернемся к прокачке наших органов, прокачке наших костей, возможно, которые мы не докачали. Так, наш череп уже полностью зарос, выглядит вот он, вот так вот. Ну, это только начало, давайте докачаем наше тело, теперь оно выглядит у нас вот так. Наши, кстати, не забываем про наши руки, которые тоже нужно докачать, теперь они выглядят вот так вот. Ну, у нас уже почти завершенный человек, осталось лишь только ноги, сейчас мы их быстренько докачаем. Все, мы докачали все мышцы на нашем человеке, теперь он выглядит вот так круто. Осталась только кожа, поэтому давайте докачаем органы все-таки. А потом перейдем к контролирующим центрам, которые на нашем человеке существуют. Мы докачали все-таки печень, давайте докачаем еще печень ее самую, докачаем почки, конечно же. Теперь у нас все органы прокачаны, все, давайте поверим, все кости тоже прокачаны. И теперь центры контроля давайте прокачаем, это у нас глаза будут, давайте мы их попрокачиваем. Кстати, они очень много требуют клеток, но мы их все равно прокачали, теперь у нас человек вот так вот выглядит. Довольно взгляд у него такой интересный, конечно же, получается. Давайте прокачаем ему нос до конца, чтобы у нас был полноценный нос у человека. Давайте докачаем мышцы рта. Теперь у нас полноценные мышцы рта. Теперь такие тут какие-то полосочки появились интересные. И давайте докачаем уши нашему человеку. Все, у нас наконец-то есть уши. Настоящие крутые уши, которые докачаны до максимума. И выглядят... Ну, выглядит так себе, конечно. Ну и остается у нас кровоносный сосуд, который мы прямо сейчас и прокачаем. Кстати, требуют они очень много, поэтому сейчас я добью, и мы докачаем наши уши и перейдем к прокачке кожи и прокачке волос. Ну что же, мы уже докатили достаточно много клеток и можем прокачать наши артерии до максимума. Давайте это сделаем. Ну, наконец-то мы прокачали и можем прокачать нашу теперь кожу. Давайте покачаем нашу кожу, сколько нам хватит, конечно же. Воу, посмотрите, как она круто зарастает. Посмотрите на нашу кожу. Наш человек превращается в похожим, наконец-то, на человека. Сейчас мы еще немножечко докачаем ее. Блин, гляньте, как это круто выглядит уже. Конечно, тут такие пробелы прикольные остаются. Ну ничего, сейчас мы докачаем нашу кожу. Нам не хватает немножечко очков. Сейчас я их поднакоплю. Ну и давайте докачаем уже нашу кожу до максимума. Добьем, так сказать, ее. И начнем делать наши волосы. Давайте докачиваем нашу кожу, и нам не хватает немножечко очков. И мы продолжаем прокачивать нашу кожу, давайте докачаем уже ее наконец-то до 5000. Наконец-то мы докачали нашу кожу, теперь человек у нас выглядит вот так вот. Посмотрите, какой он крутой, накачанный весь такой, сразу в трусах причем появился. Кстати, это очень интересная штука такая получается. Ну ничего. Сейчас мы докачаем ему волосы, потому что он какой-то непонятно подстриженный такой лысый. Вообще непонятно, что у него на голове, какие-то там порезы или что это. Вообще тут посередине линии. Поэтому давайте сейчас мы его прокачаем волосы, и у нас он станет самым крутым челиком, который только может быть. Давайте прокачаем. Посмотрите, как он круто зарастает. Смотрите, как у него крутой. Как это? Даже не знаю, как это назвать. Это просто такая крутая прическа у него. Так сказать, брутал, стил брутал для неандертальцев, да? Ну, в общем, вот такой у нас человек получился. Еще мы будем прокачивать женщину, конечно же, она у нас полностью сейчас не прокачана. Чтобы ее прокачать, это нужно все начать. Но это уже будет в следующем видео, поэтому, если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии, чтобы видео выходили как можно чаще. Поэтому на этом все. Не болейте, не скучайте. Пока-пока.